Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних крымской полиции организовали ряд мероприятий под условным названием «Урок». Правоохранители в школах проводили воспитательные беседы с детьми и подростками о вреде алкоголя, наркотиков и табака, об опасности участия в сообществах, пропагандирующих насилие и суициды. Кроме того, правоохранители провели рейды в местах отдыха несовершеннолетних и выяснили условия их проживания. Особое внимание уделили семьям, которые состоят на учете в группе риска в органах внутренних дел. Цель данных мероприятий – выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также детей, которые пропускают по тем или иным причинам школу. При выявлении таких несовершеннолетних сотрудниками принимаются меры для выяснения причин нахождения несовершеннолетних в той или иной ситуации, а также сотрудники совместно с отделами соцслужб, опеки пытаются помочь и разобраться в ситуации, оказывая тем самым непосредственную помощь. Семьям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, стражи порядка оказали помощь социально-бытового характера. Один из таких случаев произошел в Симферополе в микрорайоне Каменка. Здесь проживает малообеспеченная многодетная семья. Дети находятся в социально опасном положении. Инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками социальных служб, органов опеки и волонтерами помогли одинокой матери и приобрели необходимые лекарства для детей, а также передали продукты питания и вещи. Помимо этого, полицейские помогли в кратчайшие сроки восстановить утерянные документы. В ходе выхода было установлено, что семья оказалась в трудной жизненной ситуации и нуждается в социальном сопровождении. Непосредственно данной семьи сотрудниками полиции совместно с городским центром социальных служб была оказана всесторонняя помощь, а именно восстановление утраченных документов. Это свидетельство о рождении, СНИЛСы. Профилактические мероприятия проводились также в Евпатории, где было выявлено 5 школьников, которые систематически пропускают занятия. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении родителей были составлены административные протоколы. Также ряд семей, состоящих на профилактическом учете и находящихся в группе риска в органах внутренних дел, посетили в Керчи. Эльвина Зарипова, служба новостей ИТВ.